уменьшаете проходы других граждан по тротуарам. Ребята, готовимся. А за что вы его арестовываете? Скажите, пожалуйста. Позор! 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 На каком основании арестовываете граждан? Нарушение конституции. Вы нарушаете конституционное право. Разорвалась обратно цепочка. Турец. И опять зачистка. Позорники вообще уже всю конституцию пересрали. В туалет уже с конституцией ходить надо. Вы не имеете права. Проходим, не задерживайте, уважаемые граждане. На тротуаре. Мешайте проходу других граждан по тротуару. Мне надо в тот дом. Мне надо в тот дом. Это незаконно. Это незаконно. Это я оказываю распределение незаконному требованию полиции. Это незаконное требование полиции. А в чем его закон? В чем его закон? Я что, не имею права пройти тот дом, а не надо? Нарушение конституции. Молодцы. Нарушение конституции. На глазах правоохранительных. У вас есть на это полномочия? Предъявите документы. Забыли. Ну тогда пройдите в автобус для выяснения. Ого. Сержант, отойдите в сторону. Будьте добры, отойдите. Разумеется. Как быть? Ну, вообще. Я еще раз отойдите в сторону, не мешайте. Вынужден был ретироваться. Проходим, не задерживайте. Отойдите в сторону, уважаемый господин. Я не помню, что я говорю. Позор! Позор! Проходим, не задерживайте. Позор! 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 Это они ссут слышать правду! Окно закрывают! Паразиты! Вадим, давайте свидим, Сергачев. Откуда? Я стою на тротуаре, полковник. Здесь пешеходная зона. Вы хотите меня прогнать с пешеходной зоны? Я хочу, чтобы вы освободили дорогу, чтобы другие граждане могли нормально проходить. Полковник, ваши сотрудники, вероятно, проезжие мешают проезду транспорта. Не надо кричать. Мы стоим на тротуаре. Тротуар является пешеходной зоной. Освободите, пожалуйста, так, чтобы еще раз, полковник, если вам не понятно, если у вас не надо уровень интеллекта, пусть это пешеходная зона. Она предназначена.
прохода граждан. Осторожно, осторожно, мне нога сломана. Вот, а вы пройдите. Дайте кто-то из ваших сотрудников будет обижаться, когда их называют после этого сотрудниками национальной армии. Ваш интеллект на уровне нуля. Спасибо, полковник. Это вы про кого говорите? Да я же вам говорю. Да вам разве? Нет, конечно. Какие у нас смелые сотрудники оккупационной армии. Уже отказываются. Как назад, пожалуйста. Полковник, поведи себя как труп. Да.